С 24 апреля Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» возобновит свою работу. Три года назад он приостановил свою деятельность из-за пандемии. По информации управляющей компании, за прошедшее время здесь проведена масштабная работа по модернизации и усовершенствованию всех бизнес-процессов. Теперь посетители могут один раз в месяц беспошлинно ввозить в страну товары для личного пользования. Напомним, центр «Харгос» создан на границе Казахстана и Китая для налаживания торгово-экономического альянса, а также для развития туризма.